В программу масленичной недели включена и выставка народного творчества. Ярославцы привезли в городской выставочный зал произведения самых разных техник и направлений. От вышивки и квилтинга до финифти, резьбы по дереву. Все представленные на выставке работы сделаны непрофессиональными художниками и дизайнерами, но поражают красотой и виртуозной техникой исполнения. Выставка популяризирует традиции народного творчества и поддерживает мастеров, представляющих Ярославль в сфере народных промыслов и ремесел. Традиционно принимают участие более 100 участников, причем очень радостно, что принимают участие не только индивидуальные авторские работы, но и творческие объединения. Здесь сразу видно уровень, разный совершенно, видно у всех совершенно разная техника исполнения, используются разные материалы. Если углубленно, то это, да, очень долго надо приходить к этому, каждый звук, каждый этот... настраивать его. Если вы хотите углубленно научиться, то это да, долго. Особенностью выставки станет ее интерактивность. Посетители городского выставочного зала имени Нужина смогут принять участие в мастер-классах. Подобные художественные тренинги пройдут во всех дворцах культуры города. Под началом народных мастеров ярославцам и гостям Ярославля предложат сделать оригинальные сувениры своими руками.